центре Челябинска развернули настоящую спецоперацию по спасению двух собак, которые упали в реку Миас. Южноуральцы, которые гуляли по набережной, бросились в реку, когда заметили, как в водоем упали два пса. Одну вытащить сумели, вторая испугалась и поплыла на другой берег, но ее люди сумели достать. Аплодисменты и собаке, и ее спасителю. Впрочем, герои решили остаться безымянными.